Вечером после учебы и работы эти люди вновь вышли трудиться. Отдыху на диване и компьютерным играм жители предпочитают благоустройство своего сквера. После веников и кисточек в ход пошли лопаты. Мы садим деревья, березы, в честь победы, 70 берез, чтобы показать, что мы уважаем предков, что мы помним их подвиг. Когда я буду погулять, я буду видеть свои березы и все остальные, я буду радостна. Самые активные в этой работе дети. Конечно, таскать воду и копать лунки для саженцев им тяжело, но с заданиями полить молодую березку и притоптать землю справляются отлично. Дети у нас сейчас являются очень хорошими помощниками. Они помогают, поливают все лето. Вот они ходят следом за мной, всегда просят работу. Мы садим цветы. Вот сейчас уже начали. Рассада у меня была кое-какая выращена. Свою придомовую территорию жители этих домов облагораживают круглый год. Только за апрель проводят пятый субботник. И останавливаться не намерены. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.